Он же едет, что ли, сюда? Ёб твою мать, ну окей, вон он. Хе-хе, пёс. Ну-ка посмотрим, что делает. Сносит, да? Понял. Просто идеально. Так у него выбивается стамина. Я думал, у него не выбивается. Саня не выбивал ее, что ли, или что? Ему нечем было. Вау, что делает? Ой, камушки. Смогу помочь, но есть только так, да. Походу лох какой-то, а не босс или что? Что это за дичь? Я тебя понял, валим. Это я увидел у Сани. Валим, валим, валим. Что полетит, как бы комета сраная. А, вот так он. Прикольно. Да и все, я понял, да. Лучше блокировать. Ничего не снимает. Жалко. Опа! Выбил. Больно. Приселка, малыш. Короче, лоховский босс для моего билда, походу. Не знаю, как еще сказать. Пес первого трая, дамы и господа. Ностальгия по Секиро. Мне не нравится Секиро. Воспоминания о всаднике на кабане. Слушайте, а вот у него, наверное... О, еще и денег дали. У него, наверное, что-то хорошее у этого кабана. И это была изи-катка. Хоть один босс прошелся легко в этом DLC, блин, ну ё-моё.